Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем тестировать знаменитейшую кисть от бренда Artis Овал 7. Вот так выглядит данная кисть, эта кисть просто нереальная, дорогая, она стоит как крыло самолета, но зато поговаривают то, что она отлично наносит любую тональную основу и вообще любые жидкие текстуры. Такую кисть очень сильно рекламировала и хвалила Наталина Эмьюэй, Ленски Бьюти и другие блогеры, так что сегодня давайте мы с вами проверим, действительно ли эта кисть стоит своих денег. Так что если вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Итак, как я уже сказала, это бренд Artis, форма и размер называется Овал 7, и цвет ручки это Smoke Finish. Сама коробочка открывается вот таким вот образом, и внутри находится сама кисть. А где я покупала кисть? Кисть я покупала на сайте Feel Unique, стоила она 66 фунтов. Если вы когда-нибудь делали заказ на Cult Beauty, то вы уже знакомы с системой фунтов и примерно какое это отношение к рублям. И также была платная доставка в 10 фунтов. Иными словами, я заплатила за эту кисть 75 фунтов. А кисть маленькая, красивенькая, очень элегантная, нежная, мягкие формы, приятная ручка, холодненькая и очень приятный нежный ворс. Очень плотно, кстати, она также набита. Итак, давайте сегодня наносить данной кистью всевозможные жидкие текстуры. Я тут подготовила праймер, тональную основу, консилер, жидкий хайлайтер, жидкие румяна и также жидкий бронзер. И давайте, пожалуй, начнем непосредственно с праймера. В качестве праймера я воспользуюсь вот таким вот маленьким праймером от бренда Too Faced. Prime and Peachy называется данный праймер. Никогда его не использовала, так что заодно мы с вами его и опробуем. Вообще подобные праймеры и вообще любые праймеры я, как правило, наношу пальцами. Но так как мы тестируем кисть, то давайте сделаем это непосредственно кистью. На одну сторону давайте я нанесу данный праймер при помощи кисти, а на другую сторону нанесу пальцами. И заодно таким образом мы и будем сравнивать потом результат. И на левую сторону я нанесу пальцами. Вот вы знаете, я сейчас смотрю на себя в зеркало и понимаю то, что результат совсем не такой, каким я его ожидала. Я ожидала то, что будет результат одинаковый, что при нанесении кисти, что при нанесении непосредственно пальцами. Но я сейчас смотрю на себя в зеркало и выясняется то, что вот здесь у меня поры более расширены, нежели чем с той стороны, где я наносила кистью. Кроме того, с этой стороны кожа чуть больше красненькая непосредственно от нажатия пальцем, а здесь кожа более однородная по цвету. В общем, пока что с той стороны, где я наносила праймер кистью, там кожа более выровненная и меньше видно расширенные поры. Напоминаю, кожа у меня комбинированная и она проблемная. Так что расширенные поры, покраснение, это вот все мое. Дальше давайте наносить тональное средство. Я думаю, это как раз-таки самая интересная часть, потому что по большей части данную кисть и используют именно для тона. В качестве тональной основы я сейчас взяла Эвелин Сатин Мат. У меня это оттенок 106 Нюд. Давайте я, пожалуй, начну с нанесения с руки, потом буду переносить на кисть и потом уже на лицо. Так, ладно, фокус не удался, давайте лучше сразу же я буду наносить на лицо и потом уже буду растушевывать при помощи кисти. Попытка номер два. На самом деле кисть очень мягкая, приятная, она действительно очень быстрыми движениями буквально разносит тональную основу по всему лицу. Это очень удобно для быстрого макияжа. Я обычно по утрам всегда тороплюсь, и поэтому техника быстрого макияжа, когда ты не паришься с тональной основой по полчаса, это как раз-таки самое то.
Вот я нанесла тональную основу всего лишь на одну часть лица. Здесь примерно полтора слоя данной тональной основы. И мне очень нравится эффект. Кожа очень гладкая, кожа заполированная. И плюс очень быстро действительно данная кисть нанесла тональную основу. Обычно при помощи кабуки или более маленькой кисти, как, например, у Шарлотт Тилбери, тональная основа наносится гораздо дольше, и ты ее очень долго подтушевываешь с разных сторон, чтобы не оставалось ни разводов, ни пятен, ни каких-то нерастушеванных мест, а тут данная кисть все сделала очень быстренько. Это очень приятно. Ну вот, посмотрите, буквально несколько прикосновений, и уже тональное средство здесь растушевано полностью. Ну и вот такой финальный результат вышел у меня с тональной основой. Должна сказать то, что вышло очень быстро, просто мега быстро. Тональное средство нанеслось и растушевалось. Обычно при помощи кисти кабуки я все-таки трачу больше времени на нанесение тональной основы. Также хочу заметить то, что кожа очень заполированная. Нигде нету нерастушеванных частей. То есть кисть просто мастерски и божественно тушует тональную основу. Нету нигде ни залипшей тональной основы, ни нерастушеванной. Везде именно такая, знаете, гладкая, заполированная поверхность. Очень выглядит красиво и выглядит натурально. Круто. Ну, круто. Действительно круто. Единственное, что я могу сказать. Теперь давайте, конечно же, переходить к консилеру. Консилер тоже очень важная часть макияжа. Я буду использовать консилер Fit Me от Maybelline. У меня это два оттенка, 0,5 и 10. Использую два оттенка, потому что 0,5 слишком светлый, 10 чуть-чуть темноват, и при смешении двух данных консилеров выходит то, что нужно. Ну и давайте начнем подтушевывать все это дело. Ну вот как-то так в итоге у меня вышло с консилером, и, честно говоря, именно растушевка консилера данной кистью мне не очень понравилась. Почему? Потому что эффект сложился точь-в-точь такой же, как от тональной основы. Обычно консилер я тушую либо при помощи вот такой вот кисти, либо при помощи бьюти-блендера. Эти два инструмента легко растушевывают консилер, они не забирают в себя слишком много средства, и при этом зона выглядит более красивой, более ровной, то есть консилер там остается. А вот при тушевке консилера непосредственно кистью Artist, кисть забирает в себя слишком много средства, и получается более полупрозрачный эффект. Это хорошо для тех, кто любит макияж без макияжа, но, честно говоря, лично мне нужно там чуть более плотное покрытие, и поэтому я наношу туда именно консилер, а не тональное средство. Ладно, дальше за кадром я перекрою воспаление при помощи более плотного консилера и вернусь к вам. Следующим шагом давайте создавать уже скульптуру лица. И в качестве контуринга я возьму вот такой вот Hollywood Contour Wand от бренда Charlotte Tilbury. У меня это оттенок Fair Medium. Честно говоря, я так и не подружилась с этим контурингом, потому что, ну, не знаю почему, я обычно беру более сухие текстуры, средства, обычно сухие средства, на мой взгляд, работают чуть более быстро. Здесь, пока ты растушуешь, пока закрепишь сухими средствами, пройдет чуть больше времени, и поэтому на повседневную основу я все же предпочитаю сразу же наносить сухие текстуры. Ну вот, посмотрите на результат. Мне кажется, я очень быстро растушевала данный контур. Получилось все очень быстро, очень просто. Нигде не стоят пятна, нету нигде ощущения никакой грязи на лице. Просто очень быстро все растушевалось, растушевалось в мягкие, почти невидимые границы и смотрится очень естественно и натурально. Пока что я просто безумно довольна. При помощи других кистей обычно я трачу на растушевку данного контура все-таки чуть больше времени и прикладываю чуть больше сил. А тут этой кистью ты просто вот так вот сделал несколько движений, и оно само растушевалось, и при этом очень красиво растушевалось, уходит так естественно в кожу, вы только посмотрите.
Ну, блин, круто, очень круто, я уже начинаю любить эту кисть. В качестве румян я буду использовать вот такие румяна от бренда Evelyn. У меня это оттенок, не написано, какой здесь оттенок, я оставлю обязательно под видео информацию. По-моему, это оттенок 03. Данную румяну мы с вами уже тестировали в видео про Evelyn, оставлю здесь обязательно ссылочку. И давайте посмотрим, как данная кисть справится с этими румянами. Кстати, румяна сами довольно-таки хорошие. Единственное, что меня в них смущает, это запах, потому что запах рисковат, пахнет химией какой-то. И также меня смущает в них то, что они не очень стойкие. В целом это ожидаемо, потому что жидкие текстуры и жидкие румяна подобные в целом не бывают, на мой взгляд, супер стойкими. Но если вас беспокоит непосредственно стойкость средства, то вот я вам подсказала. Ну слушайте, по-моему, вышло очень круто. Вы только посмотрите на этот румянец. Вышло очень нежно, очень красиво, очень классно растушевано и всего при помощи нескольких движений. Румянец действительно есть, кисть не забрала в себя все средство, то есть румяна и пигмент у меня на щеках остались, но при этом я не выгляжу ни как Марфуша, и при этом румянец такой вот красивый, весь из себя натуральный. В общем, все вышло очень просто и безумно круто. И последнее, давайте, что мы с вами нанесем, это будет жидкий хайлайтер. У меня здесь два средства на выбор, это либо такой вот Liquid Luminizer Glow Touch от бренда Luxe Visage, либо же мы можем с вами нанести жидкий хайлайтер от бренда Becca в оттенке Opal. Давайте, пожалуй, начнем с Becca, потому что это более спокойный хайлайтер, и попробуем сначала его. Я думаю, вы видите это сияние, я тоже его вижу, очень оно прикольное, но проблема в чем? Проблема в том, что вообще данное сияние сейчас особенно видно именно благодаря камере и софтбоксам, они вытягивают это сияние. А в реальной же жизни, когда я смотрю на себя просто в зеркало, данное сияние все же поменьше. Но это ни в коем случае не относится непосредственно к кисти, это относится напрямую только к данному хайлайтеру, потому что данный хайлайтер, он в целом очень... такого естественного финиша, вы не увидите здесь ярких блесток, вы не увидите здесь какой-то бомбезно яркий результат. Это именно вот тот результат, который я сейчас и наблюдаю. Это легкое полумокрое сияние, свечение. Но в целом я результатом довольна, потому что кисть не забрала в себя весь хайлайтер, она его отдала и она его нежно растушевала. Ну что ж, вот такой вот макияж вышел при нанесении жидких текстур непосредственно данной кистью. Мне кажется, смотрится очень круто. Единственное, что меня смущает, это вот здесь вот воспаление у меня на лбу, которое при нанесении контура все-таки стало больше видно, чем мне хотелось бы. Я его чуть позже перекрою более плотным консилером, и все станет хорошо. Но, на мой взгляд, данная кисть делала все очень быстро, просто нереально быстро. Она все растушевывала, и тональное средство, и консилер, и контуринг, и румяна. В общем, она все тушевала мега быстро, все было мега просто. У меня не возникло вообще никаких проблем, хотя руки у меня растут не из того места, откровенно говоря. И если даже такой рукожоп, как я, просто и быстро справился, то я думаю, то, что и у вас тоже есть все шансы сделать хороший макияж при помощи данной кисти. В общем, мне результат очень нравится, лицо выглядит естественно, выглядит натурально, нигде нету залипшего макияжа, вся кожа, она как будто бы заполированная, нету расширенных пор, что очень важно, опять-таки у меня кожа проблемная и я страдаю расширенными порами. В общем, выглядит кожа действительно круто. Давайте, пожалуй, дальше я закончу свой макияж, добавлю тени, помаду, тушь, кое-где нанесу сухие текстуры и вернусь к вам. Ну а теперь, когда я вернулась к вам, давайте обсудим все то, что мы наносили при помощи данной кисти, и также я еще чуть-чуть потом расскажу, как и где я ее покупала. Мне понравилось, на самом деле, наносить данной кистью практически все, кроме консилера. Я уже в эту кисть влюбилась, это что-то нереальное. Небольшая предыстория, я люблю жидкие текстуры, мне нравится наносить жидкий контур, жидкие румяна, потому что макияж таким образом выглядит более натуральным, более естественным. Это такой макияж живой, блестящей кожи, макияж, который можно поместить на обложку журнала. Это макияж именно жидкими текстурами, но
На жидкие текстуры, как правило, нужно иметь специальную кисть, потому что не все кисти хорошо тушуют подобный контур и румяна, не все кисти делают это быстро, просто, некоторые кисти просто полностью съедают средство, некоторые кисти ничего не тушуют, некоторые кисти полосят, в общем, много связанных с этим проблем появляется. А эта кисть хорошо тушует любое средство, и это очень круто, потому что вам не нужно искать никакие дополнительные кисти. По сути, вы приобретаете одну кисть, и вы можете ею делать практически все. Она действительно очень хорошо все тушует. Мне безумно понравилось, что она сделала с праймером. Мне безумно понравилось, как быстро, просто она нанесла тональное средство. Она заполировала кожу. Не видно ни одной шелушинки, не видно ни одной расширенной поры. Кожа именно заполированная, красивая, как будто бы прошлись пилочкой по коже, и все неровности просто убрали. Это безумно красивый результат. Теперь давайте поговорим о том, как ее приобрести. Вот приобретение — это большая-большая проблема, потому что в России данная кисть не продается. Ее можно купить только на заграничных сайтах. Я ее нашла на сайте Feel Unique. Также я ее еще на одном сайте нашла, я обязательно внизу подпишу везде, где я ее нашла. И на многих сайтах, к сожалению, она еще и не в наличии. То есть найти ее — это большая проблема, а заказать доставку в Россию — это еще большая проблема. Я взяла ее на сайте Feel Unique за 66 фунтов, плюс 10 фунтов доставка, и того у меня вышло примерно 75 фунтов вся кисть. Я напишу вам, сколько это будет в рублях. В рублях это очень много, кисть — это одна стоит вот действительно безумно дорого. Меня страшно давила жаба, но сейчас я рада, что я это сделала, потому что это очень крутое вложение. Это именно вложение денег. Эта кисть будет у вас использоваться часто, она будет использоваться долго, и если пересчитать ее стоимость на количество использований, то, думаю, эта кисть будет одна из самых полезных, и стоимость ее будет не так уж и велика. Ну что ж, а покупать или не покупать данную кисть — это полностью ваше решение. Я надеюсь, что данное видео вам было полезно, что вы смогли сделать для себя из него определенные выводы. И благодарю всех за просмотр. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!